LG интегрирует 5G антенну прямо в экран смартфона. За последние годы дисплеи смартфонов получили множество улучшений. Их рамки стали заметны уже под экраны, стали встраивать дактилоскопические датчики. Некоторые экраны при помощи вибрации позволяют воспроизводить звук вместо разговорного динамика. Компания LG заявила о том, что она разработала технологический процесс, позволяющий интегрировать антенну 5G прямо в дисплей смартфона. Впрочем, источники отмечают, что это слишком громкое заявление. По факту плоскую антенну будут просто крепить к обратной стороне экрана. Данное решение позволит корейской компании сэкономить место внутри корпуса устройства. Технология также позволяет закреплять 5G на внутренней части задней панели смартфона. Однако в LG решили оставить эту часть для системы беспроводной зарядки. Впрочем, подобный смартфон может задержаться, так как LG подтвердила, что флагманский смартфон LG V50 Finke будет оснащен нормальной антенной 5G.